Добрий вечір усім, де б ви нас не дивилися, в тимчасово окупованому Криму, в інших регіонах України, за кордоном. Дякуємо вам за те, що ви дивитеся ТР, що ви хочете знати правду. І ми працюємо виключно для вас і для підтримки Збройних сил України. Хочу вам сказати, що сьогодні в нас має бути дуже цікавий гість. Це Сергій Гранкін. Сергій Гранкін – один з найвідоміших, ну, напевно, я не знаю, для мене найвідоміший воєнний журналіст з ізраїльського телеканалу, який висвітлює вже не першу війну з терористами. І він дуже відважна людина, в нього там майже вся сім'я у війську. І він сам просто завжди на лінії зіткнення або дуже близько до неї. Він працює, там, не знаю, років 20 вже в його роботі, в статусі воєнного журналіста. І він, якщо ви пам'ятаєте, коли відбувся той жахливий теракт з боку сектора Газа, така масова різанина людей, він був уже у нас в ЕТРі, буквально там за пару днів, він уже був на кордоні з Газою, де зараз Сергій, він нам розкаже, ми чекаємо на нього. В нього обмежений час, тому і програма сьогодні трохи пізніше почалася. І зараз я от відправив йому посилання і чекаю, на коли мені режисер скаже, що Сергій Гранкін може вже бути у нас з відеозв'язком. Це буквально хвилинами станеться. Що ще сказати? Дякую всім за підтримку, хто долучився до збору Сівгіль Мусаєва, редакторки «Української правди». Вона збирає на 10 вкрай необхідних мінометів для 48-го окремого штурмового батальйону ЗСУ кримського імені Намана Челебіджихана. І якщо ви хочете долучитися, допомогти, де б ви не жили, знову ж таки, зайдіть на сторінку «Української правди», пошукайте збір на міномети для 48-го ОШБ, і ви, безумовно, знайдете і допоможете. Там багато, ну, великий збір, це 10 мільйонів гривень, ну, майже мільйон коштує кожен, ну, мільйон коштує кожен міномет. Долучайтеся, допомагайте, це збереже життя нашим бійцям і офіцерам, і не збереже життя окупантам на кримському напрямку, який, як ви бачите, активізується, і ваша допомога, вона буде вкрай дієвою, і вона наблизить звільнення Криму, на чому ми всі так прагнемо вже майже 10 років. І мені режисер підказує, що Сергій Гранкін на зв'язку. Селям алейкум, Сергій, бій, радий тебе бачити. Да, добрий вечір. Ще до тебе так не зверталися, да? Я вперше по-кримськи до тебе звернувся. Ну, салям алейкум, понятно, в общем, наверное, любому человеку, ну, который хоть когда-то где-то по миру поездил. Да, в общем, наверное, салям алейкум. У нас же, знаешь, в Израиле довольно интересно случилась история. Было довольно серьезное противостояние, понятное. Иудеи, мусульмане дружат, не дружат. Любят, не любят, но Хамас удалось невозможное. Израильские арабы теперь с нами в одном окопе, в одном ряду, и как было, и разногласия закончились. Так что, ну и в Армении, разумеется, служат. Их не очень много, но, в принципе, они, да, ситуация изменилась, отношение к ним изменилось. И теперь салям алейкум в Израиле вполне себе легитимное приветствие. Слушай, ты такие вещи говоришь, для меня удивительно. Я об этом аспекте даже не думал, честно говоря. Но я знаю, что там с моей сестрой в больнице работают доктора-арабы, довольно много их. Это, в общем-то, ну, центр страны. И вообще арабов много. А сколько всего арабского населения в Израиле? У нас население 10 миллионов человек, а арабских граждан чуть больше миллиона. Ну и, соответственно, 3,5 миллиона – это палестинцы, которые не граждане страны. Есть несколько сотен тысяч арабов Восточного Иерусалима, голландских высот, у которых нет паспорта, у них вид на жительство. Ну, в общем, они на самом деле полноценные граждане, что голосовать не могут. Так что где-то 1,5 миллиона. И нужно понимать, что около 50 человек, только то, что нам известно, все расследование продолжается,
мусульман израильских были убиты Хамасом, чем женщины, дети, они видели, кого они убивают. Они понимали, что это мусульманские женщины, и рука у них совсем не дрогнула. Там парня застрелили, который пытался спасти людей. Никто же не смотрел на национальность паспорта, не проверял. Они как раз видели, кого они убивают. И отношение что к евреям, что к мусульманам, что к буддистам, кстати. У нас же вчера и сегодня тайванцев освобождают. Да им все равно, на самом деле. Знаешь, у зла нет ни религии, ни национальности. А вот у израильских арабов, как выяснилось, есть, по крайней мере, позиции, поддержки. Они поняли, что они в своей стране, и эта страна за них заступится. Кстати, среди заложников тоже есть мусульманская женщина с детьми и парень бедуин, что с ними пока неизвестно. Слушай, как-то мы начали вот с такого аспекта неожиданно, очень интересно. Скажи, пожалуйста, а вот эти кадры недавней расправы на западном берегу, кажется, не в Газе, и там снимали на видео, как казнят на улице человека, это вообще правда? И насколько часто террористические организации устраивают такие экзекуции против своих же? Ну, в смысле, своих, ну, против арабов. Это Тулькарам, город, ну, кто знает географию Израиля, напротив Нетании, скажем так, чуть восточнее, палестинский город. И ну, кадры на самом деле, конечно, шокирующие, но не новые для нас. Потому что когда Хамас захватил власть в Газе в 2007 году, ровно это мы и видели. Функционеры Фатха вылетали 15-18-го даже из своего офиса. Тела привязывали веревками за машины и мотоциклы. Кровавая баня. Ну, в общем, такая методика у израильских. У ближневосточных, вернее, скажем так, исламистов. Ну, конечно, все это копируется тщательно с исламского государства. Исламское государство – это же крайняя степень, да, самые экстремисты среди суннитов. И Хамас тоже, как понятно, хочет стать одним из лидеров суннитского мира. Вряд ли у него теперь получится, потому что ну, большинство вменяемых суннитских государств просто отвернулись и открещиваются, если, конечно, такое слово можно использовать в данном случае. И как раз от этих убийц. И да, ясно, что когда такие события происходят в Газе, у Хамаса есть отделение в каждом палестинском городе. У Хамаса, в общем, даже была и поддержка довольно серьезная. Выборы единственные свободные, которые были в палестинской автономии, Хамас выиграл. Победил там парламентские выборы. Но я думаю, что, во-первых, эта поддержка уменьшилась, и, во-вторых, конечно, экстремисты, в общем-то, не только, я думаю, в Израиле, в палестинской автономии, в Газе, всему миру они подняли голову. Они поняли, что они могут сражаться с цивилизацией чуть ли не на равных даже какое-то время и могут диктовать свои условия, то, что сейчас происходит на переговорах про заложников. И я думаю, что эта волна пойдет здорово дальше, чем просто в город Тулькарам. Это все почувствуют. Ты знаешь, я как только появилось исламское государство, так называемое, я просто назвал их фашистами. Это обычный фашизм. Просто обычный фашизм. Причем они, по-моему, больше всего убили как раз мусульман, которых они не считали за настоящих. Да? Вот просто назначали людей ненастоящими мусульманами и убивали тысячами. Да все там хороши. Прекрасная история. Лагерь беженцев Ярмук. Это под Дамаском. Крупнейший палестинский лагерь беженцев в мире. Там жило около 200 тысяч человек. 200 тысяч. Я просто, ну так, для справки, за 52 дня войны с Хамасом в Газе погибло около 12-13 человек. Очень много тоже, но, в общем, конечно, это на два порядка меньше. И армия Асада с помощью российской авиации снеслась с земли этот лагерь беженцев с женщинами, с детьми, с стариками. Это очень интересно, почему всем так жалко палестинцев, которые живут в Газе? Совершенно никто не вспоминает про этот лагерь беженцев Ярмук, который просто уничтожен был с лица земли, и катастрофические там были потери среди мирного населения. А самое страшное, что там было, там же не было никаких гуманитарных операций. Им просто не давали выйти. То есть их окружила армия Асада, а сверху российские самолеты и вертолеты прилетали и бросали бомбы, в том числе и химию там как раз первый раз применили. И ценность жизни, это как раз на самом деле парадокс, да, это сделали уже алавиты, которые скорее шииты. То есть действительно надо согласиться, что конфессия не важна. Да? Важно только, как ты относишься к человеческой жизни и то, как ты считаешь. Ну, потому что мы постоянно слышим и видим эти пропалестинские демонстрации.
Я бы тоже с удовольствием такое вышел за лагерь беженцев в Герму. А чем там те палестинцы хуже-то, я не понимаю? Они как-то ростом не вышли, морды не дотянули. Или когда русские убивают нормально, а когда израильтяне стараются не убивать, а зачистить, это очень плохо. Ну, понятно, что мир несправедлив, нечестен. Это, конечно, такой глаз вопиющего в пустыне, то, что я произношу. Но факты эти, они очень важны. Конечно, во время войны с Исламским государством там уже какие-то катастрофические цифры. Больше, пожалуй, только в Украине. 4 миллиона беженцев, там, миллионы погибших, сколько искалеченных, пострадавших, еще не найденных. Это просто не сосчитать. Но вот их почему-то не считали. А у нас считают каждого погибшего палестинца. Это может быть и правильно. И Израиль стремится убивать мирных граждан. Видим, гуманитарные коридоры открывают, подвозят топливо, еду и медикаменты. Эту больницу, которую мы штурмуем, где в подвалах содержатся, по-видимому, заложники, привозят контейнеры для недоношенных младенцев. И с помощью ООНовцев этих недоношенных младенцев израильские солдаты эвакуируют на юг сектора Газа. Ну, то есть у нас немножко другая война, немножко другие задачи, на самом деле. Но главная задача, как мне кажется, она абсолютно очевидна. Сталкиваясь с таким злом, нельзя позволить себе стать зверем, таким же, как они. Это соблазн очень велик. Я понимаю, что и вас он тоже часто прорывается. Но вот если ты можешь с этим справиться, сможешь это победить и останешься человеком, то, в общем, как бы, ну, техническая победа, она по-любому будет с тобой, понятно. А вот зато после победы ты все-таки будешь цивилизованным человеком по-прежнему. Их же задача уничтожить нашу цивилизацию. Не тебя или меня конкретно, а вот всю цивилизацию. Чтобы зло по всему миру так, собственно, и царило. А какие они используют религиозные лозунги, при этом совершенно не важно. Да, спасибо, что ты напомнил про это ужасное преступление. Вот, оказывается, где русские летчики готовились сносить мирные города. Они тренировались в Сирии. Если кто-то... Там, есть и город Алеппо, уничтоженный русскими летчиками. Город Идлиб. 2 недели назад российские самолеты бомбили город Идлиб. Сбросили бомбу на рыночную площадь. Убили там сотни людей. Про это вообще даже никто не вспомнил. Как бы все нормально. Но это же русские, им можно, понятно. Поразительно, конечно. Знаешь, я тут все много чего начал вспоминать. И как кинул весь так называемый исламский мир... официально кинул уйгуров на съедение китайцам. Просто вот, знаете, ешьте, да? И никакого возмущения. 40 миллионов людей, люди, которые могли бы иметь собственную страну, да? Но вот так не повезло, под китайцев под 1,5 миллиарда там попали, и они их просто едят фактически, да? Концлагеря там и так далее. Жены отбирают, детей отбирают, там перевоспитывают. Но это фашизм, настоящий фашистский режим. И ни одного звука, ни от одного мусульманского лидера в мире. Это, конечно, высочайшая мера просто цинизма. И то, что ты добавил, это, конечно, ну, просто жуть, да? Скажи, пожалуйста, где ты находишься сейчас? Какая обстановка? Как с обменом, с вызволением заложников, с их обменом на террористов и так далее? Первые 3 дня более-менее этот процесс шел. Позавчера была какая-то заминка, и в результате обмен состоялся не вечером, как планировалось, а только глубокой ночью, 2:30. Но, тем не менее, 40 человек уже спасены. Это очень много, в основном это женщины и дети, 1,5 десятка таиландских рабочих, которых вызволяет лично министр иностранных дел Таиланда. Он завтра, кстати, приезжает к нам. И там какие-то договоренности у Хамаса с Ираном. То есть Таиланд за это что-то там Хамасу дает. И вот сегодня мы ждем освобождения 11 человек. Это 9 детей, 2 пожилые женщины. И это нарушение соглашения, потому что Хамас обещал не разделять семьи. Если есть мама и ребенок в плену, то отдавайте маму с ребенком. А детей отдают без мам. И поэтому вот сейчас сделка забуксовала. Вот буквально в эти часы, в эти секунды там что-то решается. Сильнейшее египетское давление. Ну, в Израиле, конечно, очень здесь остро воспринимается. Да? Это нужно понимать, что такое Израиль. Ну, вчера я был на КПП, когда выезжали заложники уже на израильскую территорию. Был национальный праздник. Люди плясали, флаги, музыка. Ну, в общем, действительно ощущение такое... И победы, потому что какая же победа, если мы идем на поводу у террористов? Но спасенная жизнь – это, в общем, наверное, дороже даже какой-то военной победы. И вот сегодня мы даем дыхание, ждем эти 11 человек. Может быть, их будет больше, может, список поменяют. Это же страшная штука. Семьям сообщают, что вы сегодня, может быть, ваших отпустят, а может, нет. Приезжайте в больницу, ждите. Они приезжают, а потом вот нескольким людям, сейчас, я знаю, сказали, что нет, ваших сегодня не будет.
И это невероятно. Конечно, боль, это ожидание, это же дети, да, вот есть семьи, где дети в Газе, а родители есть дети вместе с мамами и папами в Газе. Есть дети, которых убиты родители. Вчера такую девочку привезли, но ее старшая сестра осталась жива, и вот они встретились. Но, конечно, это очень, очень тяжело, эмоционально очень тяжело это переживать. Как долго это будет продолжаться? Значит, там история следующая. Хамас говорит, что он не знает, где находятся все заложники, на 100% якобы неизвестно. Есть другие террористические организации, есть просто бандиты, шпана, которая прорвалась за спецназом Хамаса на израильскую территорию и тянули все, что попадет под руку, в том числе и людей, и тела людей. Есть же еще один товар, это тела, за которые Израиль тоже готов платить, и за которые тоже идет серьезная торговля. Но это следующий этап. Сейчас есть договоренность, что 60 женщин и детей вот на первых этапах должны выпустить. Курс обменный 1:3. То есть за каждого израильского ребенка мы отдаем 3 террористов, выпускаем их, причем даже среди наших городов, в Иерусалиме, в Рамалле. Там начинаются праздники, там начинаются призывы продолжать войну с Израилем. Это тоже будет наша проблема и наша головная боль, потому что мы знаем, за шалита мы отпустили. 20 шалит, танкист, напомню, захваченный в плен. Отпустили 1027 террористов, они убили 150 израильтян. То есть такая статистика очень жесткая. Но сейчас курс 1:3, потому что пока не дошло дело до солдат. У Хамаса есть в руках наши военнослужащие, есть девочки военнослужащие. Их несколько десятков, может быть, даже до сотни. И там цена будет, конечно, совсем другой. И там будет все намного тяжелее. Но Хамас пытается пока что заработать время. 3 дня без огня он уже получил. За это время идет топливо в Газу, идет продовольствие, идут медикаменты. Соответственно, сегодня, если эти 11 выйдут до полуночи, Хамас зарабатывает еще сутки. И теоретически сегодня в полночь перемирие должно было закончиться. И, собственно, должны были снова заговорить пушки. Но представители Хамаса заявили, что еще человек 20 они, пожалуй, смогут разыскать и выдать. Условие, что пока они выдают по 10 человек в день такими вот партиями, мы не начинаем стрелять. Ну, я, кстати, разговаривал с солдатами, которые в Газе сидят. У нас сейчас погода не очень, дождь, слякоть. Ну, конечно, не так холодно, как у вас, но там в Газе неприятно. И они, ребята говорят, что они будут сидеть сколько угодно. Что неважно, они для того и есть там. Они рискуют. Понятно, что Хамас подготовит новые засады, что будут на войне новые неприятные сюрпризы. Разведданные, которые кровью достались, и позиции, которые тоже оплачены кровью израильских солдат, потеряют свой смысл, потому что ситуация просто изменится. Но ребята на это готовы. Они считают, что это и есть задача солдата отдавать свою жизнь за то, чтобы защищать израильтян. Нас, напомню, ну, уже после резни 7 октября 60 солдат погибло вот в этих боях уже в сухопутных операциях в секторе Газа, а обменять вот сейчас собираются как раз около 50-60 пленных. То есть тут курс 1:1, и это страшно очень говорить про это, но Израиль согласился на такую цену, и, по-видимому, будем платить и дальше. То есть где-то к субботе, в воскресенье по-любому кончится у Хамаса вот те заложники, с которыми он готов расстаться, потому что это же еще и для имиджа плохо. Держать женщин, детей, стариков. Ну, это вот совсем плохо выглядит. И в мусульманском мире. А держать в плену солдат — это почетно. И поэтому там, по-видимому, будет какой-то стресс боевых действий. Я надеюсь, новое поражение Хамаса. И волей-неволей вынужденные снова переговоры. Вынужденные с нашей стороны, потому что нам жизни нужно будет спасать. А с их стороны тоже, потому что им жизни нужно будет спасать, потому что армия-то наступала. Очень хорошо наступала. Если бы не вот эта остановка, то в северной части Газа уже было бы покончено. Как выглядит вот, ну, во-первых, вопрос, зачем Хамас выторговывает время? Чтобы что? Пополнить запас оружия там, если так, то каким образом они его пополняют там и так далее? Вот как они пользуются этим временем, которое выторговали людьми? Ну, не только. В основном, конечно, это военная история. В лагере беженцев Джебалия израильская армия совершила очень красивую операцию. Ну, все хамасовские укрепления, как понятно, направлены в сторону границ. Ну, откуда еще могут ударить? Ну, соответственно, на север и на восток. Израильская армия зашла с запада вдоль моря и ударила им в спину. И получилось так, что Джебалия прямо на восточной границе Газа, ну и дальше израильская территория. И в спину их прижали 4 батальона к нашей границе.
с той стороны стоят наши пушки, танки, и дожидается разъяренный спецназ, которого не взяли в газу. А сзади наступают две бронетанковые дивизии. Вот так выглядела, собственно, эта война на момент остановки, прекращения огня. И ясно, что они сейчас большую часть из этих четырех батальонов уже окруженных, уже практически обреченных. Они их, конечно, вытащат. Переоденутся в гражданку, по туннелям, как-то потихонечку уползут. Частично даже, наверное, вместе с оружием. То есть вот это всего три дня Хамас 40 израильтян поменял на несколько сотен своих боевиков, на несколько батальонов. Это, в общем-то, много. Ну и да, конечно, топливо. Топливо же не шло в газу все эти 50 дней. А для того, чтобы жить в туннеле, нужен генератор. Там без электричества, без вентиляции не протянешь и несколько часов, просто задохнешься. Поэтому топливо для Хамаса жизненно важное. Сейчас они его получают. Мы, соответственно, даем им новый заряд бодрости. Ну и плюс строительство такой новой мини-армии, юг и центр Газы пока не зачищен. И ясно, что туда сейчас вот эти разбитые батальоны уходят. Будут формироваться новые батальоны. Там наверняка есть какие-то уже подготовленные туннели, есть какие-то подготовленные бункеры. Если чего не хватает, вот ровно сейчас они это и строят. Они готовят новые свои западни, ловушки, заминированные комнаты, мечети, где стоят ракетные установки, направленные в сторону Израиля. Да, вторая важная вещь, конечно, был серьезный очень недавно внесен по ракетному потенциалу Хамаса, и они с севера просто перестали стрелять в какой-то момент. Ну, или кончились ракеты, или кончились ракетчики, или и то, и другое вместе. В общем, стало очевидно, что ракеты летят только из центра и юга Газы, а это здорово дальше, для юга, просто вот на те же 30-40 километров. То есть и радиус ракетных обстрелов снизился, и в Тель-Авиве намного реже звучала сирена воздушной тревоги, чем это было в начале или в середине кампании. Сейчас они, конечно, потихонечку устанавливают этот свой потенциал и пытаются снова там, найти просто... Там же завалы, многие дома разбиты, но они знают, где у них склады с оружием. В общем, несложно, если у тебя есть время, подъехать туда, тихонечко покопать и вытащить пару-тройку пусковых установок, несколько неиспользованных гранатометов или что там у них еще есть. То есть, конечно, Хамасу нужно это очень время. Конечно, Израиль подставляется со своими точки зрения, но это вот такое решение принято и политиками, и военными, и похоже, что израильтяне, в общем-то, его поддерживают. Ты сказал про как минимум 50, а может быть 100 военнопленных израильских. Но в такой ситуации, ну, чтобы цена обмена была там не сумасшедшей, да, Израилю нужны пленные тоже. А сколько пленных смогли взять? И смогли взять израильтяне хамасовских военных? Нахба – это спецназ Хамаса, который участвовал в операции 7 октября. На полях Израиля после 7 октября, там еще долго собирали трупы этих убийц. Около полутора тысяч было убито. Сотня, полторы, точно мы не знаем, были взяты в плен. Но и в ходе уже кампании в Газе еще где-то 300 человек были взяты в плен. Что, в общем-то, не имеет значения. У нас, к сожалению, обменный фонд довольно большой. Нельзя забывать, что в Иудее и Самарии тоже шли все это время операции и вычищали Хамас. Чем интересно, что вычищали с помощью палестинского правительства. В общем, полиция и палестинская автономия, которые поняли, что на самом деле, что за чудовище, что за монстр живет рядом с ними, и просто начали массово сдавать явки, квартиры, адреса, все, что знали про Хамас, выдали израильской разведке. Солдаты в Иудее и Самарии тоже не отдыхали. Арестовано около 3000 человек только в Иудее и Самарии. А если вспомнить, что до этого в израильских тюрьмах было около 6000 человек, то у нас сейчас под 10 тысяч палестинских террористов в той или иной степени опасности. Кто-то бросил камень в проезжающую машину. В принципе, формально, с точки зрения закона, его тоже считают террористом, а кто-то взорвал автобус, и на нем там десятки трупов. И, к сожалению, похоже, что и таких, да, может дойти речи, что и таких будут отпускать. Это мы видели в сделке с Шалитом. Ну, то есть это дело не в количестве. Курс же можно назначить любой. Сейчас этим трем, там они скажут, 1000, и тогда наши 10 тысяч, это будет 10 солдат всего. И все. То есть нужен военный успех. Почему Хамас такой отступчивый сейчас? Почему курс невысокий? Потому что они увидели, что кранты, что еще немного, и просто сейчас все кончится. Любой ценой надо тормозить. Значит, еще раз придется повоевать, еще раз добиться этого успеха. Похоже, у нас получится.
Надеюсь, что все получится, и что вернутся домой все заложники и солдаты в том числе. Вот. Хотел спросить про вот эту историю с тем, что Израиль додумался затапливать водой тоннели террористов. Это правда? И в каком масштабе это происходит? Насколько это действенно? Экологи возражают, потому что морская вода соленая. Ну, серьезно, там водоносный слой, которым Израиль тоже пользуется. Вода на Ближнем Востоке – это огромная ценность. Эта идея с морской водой существовала давно. Но каждый раз мы говорили, что мы уничтожим просто собственные источники воды. Тот же западный Негев, да, это вот, собственно, где находятся все эти кибуцы, это же житница израильская, там выращивалось не 30% сельхозпродукции, которую вообще производит наша страна. И залить это все морской водой, в общем-то, довольно жестко. Но отделить колодец в Газе от колодца в Израиле, понятно, невозможно. Это природа, против нее не попрешь. Тем не менее, да, это делается. Они загоняют сейчас, загоняли, по крайней мере, бетономешалки прямо на берег моря. Там огромные залитые площадки на набережной бывшей города Газа. Зачем это сделано? Потому что очень мощные насосы нужны, которые просто в песке, там на пляже невозможно расставить. Эти площадки уже готовы, и эти насосы уже начали работать. И там в лагере беженцев в Шате, насколько я понимаю, даже до Зайтуна уже дошла морская вода. Зайтун – это ближе, скорее, к восточной границе, то есть в другой стороне от моря, довольно далеко от, собственно, от того, где началась наша операция. Насколько она успешная и насколько она принесет результат, командование виднее. Такие вещи нам не сообщают, а, собственно, даже если бы и сообщали, наверное, не стоило бы про них рассказывать. Но так как про бетономешалки эта история известная, и армия даже показывала нам кадры тем, как заливается эта вода. Да, есть такая операция, ее ведут. Есть же много других способов. У нас есть какие-то специальные бомбы, которые состоят из двух слоев. Когда взрыватель срабатывает, возникает монтажная пена, много очень монтажной пены, которую отбойным молотком пробить, когда она застывает. То есть можно запечатывать туннели. Самое простое, мы их взрываем. Разрываешь туннель в одном месте, и потом прямо видно по кадру, куда он идет, потому что песок там взлетает, да, и дальше его несложно проследить. Какие-то туннели просто сносятся с воздуха, авиабомба на перекресток падает, и складывается 4 дома, не потому что Израиль такой жестокий, а потому что под домами были пустоты. То есть там бункер был какой-то Хамаса, ясно, что они защищались мирными жителями, живой щит. Ясно, что у них не получилось, потому что Израиль на протяжении всех этих дней, 31 октября началась сухопутная операция, призывал жителей со Северной Газы выходить, обеспечивал гуманитарные коридоры, помогал тащить вещи, даже там такие кадры видел, как солдаты помогают там кому-то выйти. Хамас стрелял в спину, да не только в спину, тем, кто уходит, потому что им нужен был живой щит. Но в конце концов Северная Газа сейчас опустела. Обратного движения удалось не допустить. Была у Хамаса идея устроить возвращение на север, и тогда бы все началось сначала. Этого они сделать не смогли, а это значит, что сейчас мы начнем все-таки не с нуля. Все-таки большая часть Северной Газы уже захвачена, населения там практически нету. То есть можно сильно не миндальничать, использовать там, где нужны и глубинные бомбы, и большое количество артиллерии, танки, разумеется. И мне так кажется, что на следующей неделе мы это и увидим. Скажи, пожалуйста, вот тоннели – это главная проблема, да, с военной точки зрения? То есть то, что есть действительно много, как метро там такое развитое, да, сообщение, и они заходят со спины, то есть это сложно контролировать город. То есть особенность городских боев в Газе, она именно связана с подземными вот этими коммуникациями террористов, так? Протяженность Газа, вот эта главная улица, Салах ад-Дин, которая идет от КПП РС, это самая северная точка, до КПП Рафиха, хоть, собственно, Египет. Это 60 километров. По прикидкам аналитиков, в туннеле в Газе где-то километров 500. Да? Московское метро, чтобы вам было интересно, 1400. Чтобы сравнить масштабы, чтобы было понятно. Действительно, это огромная проблема. Действительно, очень сложно с ними бороться. И главная проблема же не то, что они там сидят или выскакивают и проводят какие-то операции. Потому что каждый этот туннель находится под жилым домом, под школой, под детским садом. И помимо просто укреплений, там же огромные заводы по производству оружия. И продолжают штамповать ракеты и сейчас, и в эти минуты тоже. Там, в конце концов, содержится где-то наши заложники, как их искать. Тоже ведь вариант. Не обязательно
все время меняться. Можно попробовать как-то и захватить. Все-таки одну девушку вытащили, наш спецназ нашел ее, провел операцию всех три газа и вытащил. Как команда сработали четко, не было потерь с нашей стороны. Девочку вытащили, террористов положили. Ну, наверное, повезло с разведывательной информацией, наверное, повезло еще с чем-то. Больше мы про такие операции не слышали, но, естественно, они тоже разрабатывают. Именно поэтому нельзя залить все туннели. Потому что, ну а как, там же наши люди. А вот там, в Шате, на севере Газа, где очевидно, по-видимому, что нет уже ничего, кроме мин. Почему не заходят в эти туннели? Они все заминированы. Они все подготовлены к тому, что зашли израильские солдаты, взрыв, они там похоронены. И мы не пошли под землю. Хамас ждал этого, а мы не пошли под землю, а начали просто бить их в спину, как я уже рассказывал, и отлавливать на поверхности, ну, глубинные бомбы, там, вода, опять же, еще что-то. На юге так не получится, потому что очень много людей, уже туда их перевели. Население Газа 2 300 000 человек, и они почти все сейчас там на юге и в центре. И там ты не будешь использовать мощные бомбы, ну, потому что очень много людей убьешь. И то, что Израиль такой гуманный, нас просто сразу остановит, мы это тоже хорошо понимаем. Мы гуманные тоже, но эта гуманность оборачивается запасом по прочности и по времени. Пока это колесо мирового общественного мнения не раскрутилось, и Израиль не затормозил, нужно его использовать, это время, оно очень дорого нам дается и дорого стоит. В принципе, Израиль же ни одну войну до конца не доводил. Всегда останавливал. Всегда была команда к ноге, стоп. И Каир мы не взяли, и Бейрут мы не взяли, и Дамаск мы не взяли. А были и там, и там, и там уже на подходе. И, может быть, хорошо, что не взяли. Не очень-то, наверное, нужен этот Каир 10-миллионный. Вот. Но то, что в 2014 году, например, не дали уничтожить Хамас, вот сегодня мы это кушаем. Но любой замороженный конфликт, он всегда возвращается с новой силой, иначе и не бывает никогда. Вот в связи с этим последний вопрос. Я знаю, что у тебя 3 минуты остается, тебе нужно в эфир. Я так благодарен тебе, что нашел время до нас. Я знаю, что устал и вообще все, просто герой настоящий. Ты дал прогноз тогда, когда мы вот первый эфир делали с тобой, что до Нового года основная фаза операции закончится. Сбудется ли он, на твой взгляд? И второе, что будет означать для Израиля победа? Поскольку я понимаю, что в этот раз Израиль хочет победить Хамас. Ну, до Нового года еще можно успеть. Зависит, конечно, от продолжительности перемирия. Сейчас же мы не воюем, но, в принципе, то, что мы видели на севере Газа, это уже было, в общем, такая... Если не завершающая фаза операции, то, в общем, было понятно, куда кто идет, какие бронетанковые дивизии откуда двигаются, и видно, что у Хамаса не было сил это остановить. И, соответственно, да, можно успеть до Нового года. Ну, а уничтожение Хамаса, ну, во-первых, это в первую очередь уничтожение лидеров, и это довольно успешно работа идет. Последний день перед перемирием, как выяснилось, последняя минута брошенная бомба уничтожила штаб Северной дивизии Хамаса во главе с командиром дивизии, его заместителем, командиром ракетного подразделения и еще двумя такими-то полканами, которые тоже там оказались. Удачно бросили бомбу. Собственно, эта работа идет, она может быть, не очень хорошо видна, просто потому что они сидят в бункерах. И почему только сейчас мы узнали, и только сегодня раскопали. Там они продолжают страшные находки делать, но страшные для них, в общем, нормальные для нас. И... Ну, в Новый год плюс-минус можно успеть, но еще раз скажу, при 178 заложников ставится у Хамаса. Если даже вот посчитать, что Хамас согласен отпускать 10 в день, не обращая внимания на статус, солдат, не солдат, пол, возраст, ну, в общем, несложно подсчитать, что они до Нового года просто могут растянуть всю эту историю с обменом. Сейчас она пока идет, пока мы ее останавливать не собираемся, до начала следующей недели. А там посмотрим, но это же не так важно, ну плюс-минус Новый год, ну еще 2 недели. Это не какие-то сроки такие глобальные, что вот там типа на несколько лет. То есть, может быть, армия израильская придется остаться на годик в Газе, продолжать зачищать в территорию, контролировать ее, как, собственно, контролирует сейчас Иудея и Самария, и потом там пытаться строить какую-то новую власть. Но это уже будет не та война, про которую мы говорим. Да, и это уже без ракетных обстрелов территории Израиля, без боев лобовых там, столкновений, без подбитых наших танков, убитых ребят. Все-таки очень большие потери для Израиля. 50 человек — это очень много. Я имею в виду солдат, конечно. Я желаю вам победы над терроризмом. Весь мир нормальных людей, весь мир нормальных людей и вся Украина абсолютно вас поддерживает. Мы видим
отражение этих зверств и в нашей войне, они не похожи вроде бы, да, а на самом деле по уровню жестокости зла, ну, это просто абсолютно явление одного уровня порядка и так далее. И чем быстрее Израиль победит, тем легче будет нам в Украине тоже. Дякую тебе, друже, за то, що знайшов час. А вам дякую за увагу, за те, що дивитесь, допомагаєте. І мені режисер підказує, що ще 5 хвилин залишається. Він, напевно, хоче, щоб я з вами про щось поговорив. Ну, ось дивіться. Ми просто почули від чесного репортера, який 20, може більше, може помилився, років висвітлює війни, і висвітлює чесно абсолютно, що насправді вся ця істерія антиізраїльська, це абсолютно вона базується на брехні. На брехні, як історичній брехні, ну і Україна про це добре знає, як нашу історію змішували з брудом, викручували на свою користь окупанти. Так само і терористи, їх прихильники, їхні, я не знаю, кришувальники, вони теж використовують історію проти людства. І так само можете побачити, наскільки жорстоко ставляться Хамас до своїх же, якщо вони вважають, що їх там треба когось вбити. І ці публічні страти, і це ставлення до там стрілянини в спину біженців, які просто біжали від війни з боку Хамаси, ці кадри ми теж бачили. Тому я закликаю всіх, хто дивиться і думає про війну і тут, і там, розуміти чітко, що є першою причиною того, що відбувається, так? Хто агресор, хто терорист, хто воює або прикриваючись дітьми і жінками, цивільним населенням, або вбиває так само цивільне населення. І це не можна пояснити жодною релігією, це не можна пояснити жодними політичними цілями, це просто антилюдство. Що Росія, що Хамас, це явище абсолютно одного порядку, і мене дуже дивують люди, які цього не бачать, так, або не хочуть бачити правди, насправді, так. І те, з чого почав Сергій Гранкін своє інтерв'ю, це він сказав, що ізраїльські араби відчули, що вони є частиною власної країни. Ну, відчули, може, вже не зараз, просто ще раз переконалися, що Ізраїль їх захищає, що Ізраїль їх нічого з ними не робить. Жодних там репресивних заходів не вживає, лише проти тих, хто дійсно підтримує тероризм. Якщо ти не підтримуєш тероризм, не підтримуєш Хамас, ти спокійно живеш на землі Ізраїля. І у кожного ізраїльтянина, ну практично у кожного ізраїльтянина, є колеги, сусіди, араби, які не мають стосунку до терористичних організацій, і вони спокійно живуть, до речі, доволі багато живуть. Не сказав би, що ізраїльські араби – це найбідніші якісь там шари населення. Ні, ну просто по домах, по мечетях це видно, і дуже так, ну, виразно. Тому думайте завжди, коли ви дивитеся новини, не сприймайте їх лише через, знаєте, емоційну складову, бо на емоційну складову давлять, тиснуть, перепрошую, як російські окупанти, пропагандисти, так і ці, як їх називають, палестинські, хамасівські, які знімають фейкові відео, тобто ці розп'яті хлопчики, вони всюди є. І це пропаганда війни з боку зла, вона завжди, ну, дуже схожа. Дуже схожі приклади брехні, які використовують терористи теж задля прикриття, задля того, щоб відвернути підтримку світу від Ізраїля, який воює на боці добра, від України, яка воює на боці добра за цивілізований світ. Не можна жити в Україні або жити в Ізраїлі і підтримувати зло. Це просто, ну, це явище, якого я просто не розумію. І не можна розділяти зло. Якщо хтось розділяє російське зло, російський тероризм відокремлює від тероризму Хамасу, за якими критеріями ви це робите? Вони ж діють абсолютно однаково.
І ще раз повторюю, жодного стосунку до питання правди немає те, якою, яку віру ви сповідуєте. Абсолютно. Мусульмани, ви християни, там, буддісти або, неважливо, хто, атеїсти. Є злочин, є відповідальність, є тероризм, який абсолютно видно чітко нам усім. Дякую вам за увагу, дякую вам за те, що прагнете знати правду. І дивіться ТР далі.